полета автомобиля в США машина повисла на проводах. Водитель неудачно выехал с верхнего этажа парковки, и автомобиль таким образом повис в нескольких десятках метров от земли. Но мужчина успел, к счастью, выбраться целым и невредимым, а помог ему случайный свидетель. Вовремя все-таки там оказался. Он как раз-таки затащил мужчину на пятый этаж. И буквально через несколько секунд после этого машина рухнула на землю. Прохожие успели сфотографировать и даже снять на видео все, что произошло.